подавать письмо Дезерский ДП, письмо с нашими законами о том, чтобы сегодня выставить на голосование письмо Гройсману в голове Верховной Рады. Сейчас понесли письмо. Пускай все остальные депутаты проголосуют за это обращение. Нам надо сейчас просто реально требовать, чтобы мы вынесли в зал на голосование. И тогда мы реально посмотрим, кто действительно за народ Украины, а кто как обычно. До февраля мы не доживем при таком росте валюты. Прямо сейчас выгоняют. Депутаты сказали, что сделали, а исполнительно не уходит. Для депутатов час – это ничего. А для нас час – это жизнь чья-то. Хватит уже. Пусть все-таки задницами пошевелятся и сделают. Они могут это сделать. Достало! Просто на самом деле... Я когда давал присягу, я давал присягу служить народу Украины, вам. Я не говорил популистские слова, потому что популистские слова красиво звучат, их очень часто практически невозможно сделать. Я возвращаюсь сейчас в Верховную Раду. Я постараюсь, я не знаю, каким образом, я не буду опять же врать. Я подождите, пожалуйста, я постараюсь придумать и поговорить с людьми, которые... лучше разбирается в этом вопросе. Может быть, возможно, какой-то мораторий на выселение. Может, приостановление закона. Может быть. Я еще раз говорю. Но знаете, вот смотрите, вам сначала рыбалка пообещал, сказал, что рассматривали, потом говорит, не рассматривали. Потом говорит, примет. Потом... говорить же. Да говорить легко. Говорить легко. Делать сложно. Я постараюсь сейчас что-нибудь придумать. Я ничего не могу пообещать вам, потому что ну, я в этом не разбираюсь, я правду говорю. Это профильный комитет. Очень узкопрофильный комитет. Вот я сейчас к ним пойду и поговорю. Но я хочу, чтобы вы услышали. Пожалуйста. Дурят всех, поверьте. И нас, и вас. Но... вот это называется мораторий, я согласен с вами. Чему я хочу сказать? Постарайтесь понять. В Верховной Раде сидят не только те, кого вы представляете как своих врагов. Но и те, кто ваши действительно слуги, те, кто вам действительно готов работать на вас. Мы не виноваты, что нас меньше. Мы не виноваты. Это был ваш выбор. Но мы постараемся сделать то, что вы хотите. Это очень тяжело, я правду говорю. Мы постараемся. Спасибо вам. Слава Украине. Сегодня! Сегодня! Сьогодні! 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 Ми самі були в комітетах! Ми бачили їх перепугані морди, коли вони говорили, що всі підтримують! Ви там були! Вони знали, що підтримують, ці закони подадуть! В результаті нас обманули! Нашовся тільки одне! Сережа Мельничук, який подав, їх ребята підтримують! Нахід сюди рибалка, не пусть голосує!
сьогодні.